Жители в Торопях разбирают мебель и выносят из своих уже бывших квартир вещи и бытовую технику. Накануне на улице Свердловской произошел пожар. Полностью выгорели бараки и деревянный дом. Частично сгорела и соседняя двухэтажка по адресу Судостроительная 2А. Вчера вечером жителям позвонили и сказали, дом будут сносить. Нужно срочно собирать свои вещи, ночевать в квартирах нельзя. Утром, по возможности с рассветом, приходите, собирайте вещи. До 12 часов приедут машины, чтобы вывозили. Потом уже вроде как, в 4 часа уже должен бульдозер начать его ломать. То есть что за спешность и почему людям нормально собраться не дали, вообще непонятно. Решение о переселении вчера принял глава города Сергей Еремин. В любой момент дом может обрушиться. Поэтому сегодня жителям предоставили грузовые машины и склады для того, чтобы временно отвезти туда все нажитое. А вот где пока временно проживать, люди должны выбрать сами. Они находят места либо у знакомых, близких здесь, либо у нас уже одна семья находится из 4 человек в маневренном фонде. Кроме того, управление социальной защиты готовятся документы на материальную помощь пострадавшим, заявление. И сегодня будет объезд еще предоставлен жителям, которые, может быть, еще думают, либо воспользуются маневренным фондом, либо, соответственно, все-таки по родственникам. Здесь дорожки были, мы их вынесли, чтобы они высохли. А линолеум задирали, чтобы пол-то тоже просох у нас. Окна разбиты, я так понял. Это с улицы хорошо видать. Это они все от жары поплавились, потрескались. Эта квартира в еще одном соседнем деревянном доме. От пожара в двухэтажке полопались окна, подгорела облицовка и частично разрушилась крыша. Некоторые квартиры залило водой, когда сотрудники МЧС тушили пожар. Жители здесь выселять не будут и пообещали все отремонтировать за 1 000 000 рублей. Только когда проведут работы, не сказали. Мало нас так затопило здесь. Так еще сейчас дождь пойдет и по новой все будет вода. Сказали, что наладят в скорое время. А когда это будет, не знаю. А вам сейчас здесь жить больше нет? Это не мне жить. Я живу соседям. Вот у меня хозяйка квартиры. Понятно. Да. Просто ее во время пожара здесь не было. Бабушка здесь бегала. Когда угол горел, так это вообще... Жители оставшихся двух домов уверены, что до компенсации их дома могут сгореть, как и соседние. Говорят, это явно был поджог. Это что, случайно было? Это поджог был, я ему поджег. А думаете, зачем подожгли? Дорогу делают. Дорогу делают. То есть думаете, что здесь будет дорога вот так? Она будет вот так еще и туда соединяться. Это по планам дорога эта есть? Она планово идет. Если у вас есть возможность помочь погорельцам, то вы можете привезти вещи, бытовые приборы, посуду, мебель по адресу Судостроительная 5. Там расположен центр приема помощи. Евгений Шиповский, Андрей Ткачук, Афонтово, новости.